Например, А повторно не лишается спортсмена из Саратовской области, далее разваляем. Павел Алишан, спортсмен в красной форме. Махамед Эсмир Газанхан. На второй раз приглашается в красной форме спортсмен из Республики Бурятия Даша Жанбан. Спортсмен из Ярославской области на бой в Улан-Алей.
На третьем ковре победил Михаил А. Воробьев, Центральный федеральный округ. Высылается на третий ковер Алексей Кобылкин, Сибирский федеральный округ. Никита Клицков, Москва. Готовится Андрей Селиванов, Александр Фигасов. На четвертом ковре победил Сергей Рябов, Москва. Высылается на ковер номер 4. Григорий Алексеев, Санкт-Петербург, Карлин, Паря и Южный федеральный округ. Готовится Никита Задорожный и Евгений Кирилов. На четвертый ковер вызываются спортсмены весовой категории до 90 кг под группу второй круг. Сергей Рябов, Москва, Григорий Алексеев, Санкт-Петербург. Готовится Евгений Иванов, Дмитрий Зайцев. На году номер 3 готовится Артем Горковец, Роман Дьяченко. На горе номер 4 победил Сергей Рябов, Москва. Вызывается на четвертый ковер Евгений Иванов, Сибирский федеральный округ, Дмитрий Зайцев. Александр Коваленко, синий флот, спортсмен из Республики Алтай, Александр Пинеров. На второй ковер готовятся Мухтар Канзаев и Имран Сатинов. Врач, ковер номер 3.
Итак, первый ковер готовится. Первый ковер называется по своему фигуре до 45 килограммов, 1/4 финал. Синий форме. Спортсменка из Пермского края Сабина Лягушина. Синий форме. Спортсменка из города Москва Шабин Закуря. На первый ковер готовится Елена Бондарева, Дарья Ажирмачева. На третьем ковре победил Владимир Кулыков, Уральский федеральный округ. Вызываются на третий ковер спортсмены весовой категории до 52 килограммов подгруппа А. Элбек Куюков, Сибирский федеральный округ, Игорь Беглер, Приволжский федеральный округ. Готовится Илья Беляев, облачать. На ковре номер 4 победил Сергей Рябов, Москва. Вызываются на 4-й ковер Арам Курдаев, Нижний федеральный округ, Рустам Елен, Санкт-Петербург. На ковре номер 4 победил Валерий Саратов, Уральский федеральный округ. На 4-м ковре начинаются полуфинальные поединки весовой категории до 90 килограммов. Вызывается Сергей Рябов, Москва, Авраам Григорян, Южный федеральный округ. Готовятся Антон Коновалов, Андрей Гусак. На ковре номер 3 победил Евгений Симонина, Уральский федеральный округ. Вызываются на третий ковер под группом Б. Весовой категории до 68 килограммов. Утешительные поединки. Даниил Дычелов, Санкт-Петербург. Рамазан Элаев, Центральный федеральный округ. Готовится Дмитрий Клинцков, Денис Королев. На первом ковре побежала Оксана Розенде, город Москва. Утешительной встречи с разговорами 60 килограммов победа присуждается Александре Сальникове, Пермский край. Следующий пройдет утешительная встреча с разговорами 60 килограммов на ковре номер 1. Синий форме. Спортсменка из Красноярского края Ксения Убайдулина. Синий форме Светлана Уварова, город Москва. Thank you.
Второй полуфинальный поединок на свой пути был 90 килограммов, а на табе номер 4. Называется Антон Коновалов, Центральный федеральный округ, Андрей Гусар, Москва. Коновалов. Рябов, Москва, самбо 70, Коновалов, Антон, Владимирская область, город Владимир. Рябов Сергей является чемпионом мира в этой весовой категории, а Коновалов Антон является чемпионом Европы в этой же весовой категории. Вот он, Рябов Сергей, идет к ковру. Чемпион мира против действующего чемпиона Европы. Повторение прошлогоднего финала в этой весовой категории. Бронзовыми призерами здесь стали москвич Гусаров Андрей и представитель Краснодарского края Арам Григорян. Должен заметить, что Арам Григорян поменял весовую категорию. Тут действующий чемпион мира 82 килограмма. И он впервые отборолся на чемпионате в 90 килограмм и, можно сказать, навел шороху, в общем-то. Прошел до полуфинала достаточно уверенно, и в полуфинале его только лишь вот Сергей Рябов смог остановить в очень упорном поединке, должен вам заметить. Илья Циклаури, руководитель ковра, Сайфудинов Юрий, арбитр встречи, Кадыров, Ильмир, боковой судья. Подсечка атаковал Рябов. Промахнулся. От души замахнулся, что называется. И вот через голову с упором ответил ему Коновалов. Рябов подавил. Хороший захват сверху. Заднюю подножку провел. 2 балла заработал. В левую сторону хорошо вот с отворотом. Сверху, да, и вошел на заднюю подножку. Молодец, 2 балла. Ноль. Опять у Рябова верхний захват был. Снял Коновалов этот захват сверху. С 2 рукавами борются ребята. Кому это выгодно? Ну, Рябов охотно держит 2 эти рукава. Ему комфортно и удобно. Освободился от всех захватов Коновалов. Ему было здесь явно менее комфортно. И он вышел из захватов. И теперь за захват будет бороться вновь. 2 балла ведет Рябов. Вокруг, можно сказать, горцует, перемещается. С помощью подсечки переводит в партер. Задавил своего соперника. В общем-то, силище в руках неимоверное. Мне кажется, его мускулы даже не умещаются в самбовке. Достаточно такой физически развитый спортсмен Рябов Сергей. Опять с подсечки начинает. Верхний захват. Так, все отпустил и продолжает порхать, как бабочка. Выражаясь фразой легендарного боксера тяжеловеса Мухаммеда Али. Отворот рукав есть у Рябова, и в стригунок ушел. Стригунок стал делать Коновалов Антон. Но по большому счету такие атаки говорят о том, что спортсмен проиграл захват, он не чувствует уверенности и предпочитает избежать ситуации. Ну, вот здесь вот перевод в партер был, да. Практически не может сорвать Антон захвата Сергея. Хорошо физически готов. Все попытки сорвать захваты у Коновалова пока что не получается. И вот это вот очень издалека, конечно, очень издалека подвернулся под бычок Коновалов.
Счет по-прежнему 2-0. 2:15 бороться. Бычок делает Сергей. Оценки нет. Амплитудное движение, но без оценки. Приземление на четвереньки. Уверенно стоит Рябов. Вот опять вот отворот, рукав. В общем-то, захват для атаки у Рябова есть хороший. Согнутая стойка у Коновалова. Видно, он защищается. Этот бычок и не нужно было делать, на мой взгляд, сейчас Рябова. Он только ушел вниз под Коновалова. Мог бы, да, вот здесь он мог бы сверху продолжать атаковать. Но вот он голову туда засунул и оказался снизу. Не нужно было этого делать. Хороший был захват. Можно было бороться в классическую, так называемую, технику. Вот Коновалов начинает добавлять обороты. Проход в ногу. Начинает заводиться, кипятиться. Ну, все так. Он же хочет быть тоже чемпионом. Правильно, он не должен стоять на месте. Сам-то Рябов не упадет. Что-то делать надо. Срывает вот захваты Рябов со своей руки у Коновалова. Ну, видно, да, физическое превосходство все-таки есть. Освободились от захватов. Заново. 48 секунд бороться остается ребятам. Перемещается Рябов уже по кругу. В общем-то, больше удерживает. Да, понимает это. Коновалов зацепом там встречает, чтобы не перемещался так Рябов. Коновалов еще не потерял надежды. Вот здесь, да, зацеп гольню встретил Рябова. И через голову, ну, здесь сорвался бросок через голову, очевидно. Рябов уверенно держит захват, срывает все ненужные захваты, опять уходит в бычок, опять под него голову засунул. Атака была, но она такая вот издалека, неподготовленная с места. За пассивное ведение уже борьбы наказывается спортсмен в красной форме. Вот за эти вот атаки как раз издалека, все вот это вот, да, за проход вот этот в ногу, да, это все ложные атаки, конечно же, заслуживают наказания, но время-то закончилось, и со счетом 2-0 схватку выигрывает Рябов Сергей, Москва, самбо 70. Коновалов Антон, Владимирская область, город Владимир, завоевывает серебряную медаль и путевку на чемпионат Европы. Гусаров Андрей, Москва, и Арам Григорян, Краснодарский край, становятся бронзовыми призерами весовой категории до 90 килограмм. На этом первый день чемпионата России по самбо в городе Чебоксары подошел к концу. Впереди еще два финальных дня. Еще не только финальных, это по вечерам в финалы, а днем, конечно же, предварительные встречи. Увидимся с вами на сайте Всероссийской Федерации Самбо. С вами был Михаил Мартынов. До свидания.